Здравствуйте, друзья! Мы с вами сейчас на районе. Вот, и мы со Светой. Мы со Светой, как, так сказать, основные тут по району, будем двигаться туда. Район представляет собой. Что это, Света? Пирс. Пирс. Вот. Пирс. По-нашему ворф. Будем двигаться по пирсу и посмотреть, чтобы все было в порядке. Вот так. Пошли. Вы видите, друзья, там братва выколачивает бабки из каких-то людей прямых. Вот что-то вроде, видимо, получилось, как-то их сейчас выпустят. Выпустят. Они так или кричали. Сейчас они сейчас кричали так сейчас, жутко. Сейчас. А так в целом на районе тихо. Там туристы, конечно, ходят. Это народ такой днем и ночью ходит. Потому что не пьющие. Ну или так, чуть-чуть, для порядка. Вот. А это, друзья, конфискат. Те, кто не мог расплатиться, у них вот лодками берут. Они тут годами лежат, никому не нужные. Даже не знаю, зачем. А это вот машина. Вы можете сказать, что за машина? Если когда-нибудь вы слышали фразу, знаете, там кого-то в асфальт закатали. Это вот такие машины. Вот смотрите, пустая, казалось бы, платформа, никого туда нет. Один, вот он там один, смотрите, забрался и не уходит. И не уходит. Нарушает общественный порядок. Вот так один. И так видно по нему, что он не в себе, да, такой? Вы помните, друзья, у Вертинского, а? В притонах Сан-Франциско лиловый. Афроамериканец вам подает манто. Вот тут вот. Тут вот и подает. Когда идешь по этому стриту, друзья, нужно быть осторожным очень. Тут слева, справа могут так, знаете, на гоп-стоп выскочить. Поэтому мы так аккуратненько. Аккуратненько. Вроде так территория своя, но надо ух востро. Может показаться, что безлюдно, но кто? Кто здесь, где, у кого отожмет мобилу, где? А вот не скажите, друзья, не скажите. Это кажущаяся такая, кажущаяся спокойная жизнь. Пахнет вот марихуанкой. Хорошо так, пахнет по-доброму. Откуда, непонятно, но понятно, что есть люди. Вы видите асфальт какой? Побитый, потресканный. Думаете, тут качество асфальта? Неважно. Это многие так думают. Но место такое, знаете, как подумаешь, что тут бывает и днем, и ночью, так начинаешь понимать, что асфальт высшего качества, такого мало где увидишь. Вы, друзья, может быть, увидеть тут один внизу там на стреме, прямо по центру. Это он на стреме. А там стрелку забили, пацаны. И вот он, да, тут что на стреме шевелится. А там, пацаны, там идет базар какой-то. Вот, а этот стоит тут. Вы видите туман. Туман не сам по себе. Туман специально там запускают. Ну, чтобы, знаете, там, когда у людей стрелка забитая, чтобы посторонние тут не ходили особо. Побольше тумана. Побольше тумана. То есть, может быть, и свой есть, но своего маловато добавляют. Вы видите, там темно. Темно. И там какое-то в темноте толковище. Они плавают-то. Конечно, поплавают что-то. За правое дело плавают. Это вообще место такое. Здесь все по ночам больше активизируется-то. Днем тихо здесь. А ведь по ночам они голос-то подают. Да. А это, можно сказать, местный культурный центр. Такой он прикольный, со всеми ништяками. В общем, любит его молодежь тут. И не только. Ну что, дозор наш
пришел в точку, как бы, крайнюю, рассматриваемой такой контролируемой территории, так назовем. Вот. Тут у нас специальная установка есть. Светлан, подойди к установке так, покрути. Покрути. Именно, покрути, 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 да. Установка тут есть. Ну, чтобы, знаете, так, не безобразничал никто. Чтобы издалека это было пушка. Видно. Ну, не так уж, ладно, ладно. Ладно, обманывать-то пушка. Какая же там пушка? Ну что, друзья, дозор наш подходит к концу. Садимся в броневичок наш. Чисто вымытый. Чисто вымытый, да, чисто вымытый броневичок и уезжаем.